Украина – это наша братская, славянская, сейчас скажу совершенно откровенно, к сожалению, суверенное государство. К сожалению, я говорю это как славянин. Я считаю, что и белорусы, и украинцы, и россияне, конечно, должны быть едины, в том числе в едином, может быть, в какой-то конфедерации. Но это, скажем, мои мысли как славянина. А отсюда, коль скоро это и украинцы, и Украина – это братское славянское государство, мы должны строить наши отношения как братские, не просто добрососедские, а именно как братские. Взаимовыгодно, и я считаю, что идеи единого таможенного союза, единого экономического пространства – это то, что нужно. Потому что сегодня в условиях очень жесткой конкуренции и мировой экономики, объединив наши усилия, мы сможем выступать намного эффективнее. И самое главное, это будет не только для некого такого геополитического позиционирования, а в конечном итоге это скажется на социальном самочувствии граждан наших стран, на их доходах, на их качестве жизни. Поэтому надо строить отношения с братскими и Украиной, и Белоруссией, тем более это наши братья-славяне, именно как братские, как очень-очень добрые отношения.